Здравствуйте, уважаемые казанцы и жители Татарстана! Всегда с удовольствием принимаю участие в мероприятиях Российского общества клинической онкологии с правильным, на мой взгляд, названием «Книготерапия РУСКО». Пусть не лично, а в режиме видеообращения, я желаю всем участникам акции бодрости духа и позитивного настроя. Уверена, что хорошая литература и сам процесс чтения способствуют этому. Врачам позволяют переключиться и отдохнуть от своей благородной, но очень сложной работы. Пациентам хоть ненадолго отвлечься от своих переживаний и погрузиться в мир фантастики, детективов и юмора. Желаю всем хорошего настроения и передаю в качестве подарка свои книги с автографами. Всего вам самого доброго!